В этом фильме показано, как правильно наносить нашу нескользящую ленту на внутреннюю или непористую поверхность. Сделать это очень просто. Температура поверхности, на которую наносится пленка, должна быть не ниже 10 градусов Цельсия, и сама поверхность не должна быть влажной. Для нанесения на пористую поверхность, например, на дерево или бетон, мы рекомендуем пользоваться нашей грунтовкой H3506. О том, как правильно это сделать, смотрите наш специальный ролик о применении средства H3506. Для очистки поверхности перед нанесением ленты мы рекомендуем смочить чистую сухую тряпку в средстве H3508, затем одним сметающим движением протереть поверхность, на которую будет наноситься защитная нескользящая лента. Средство высыхает за несколько минут. Удерживая нескользящую ленту, снимите с нее подложку и прижмите ленту к поверхности. После нанесения мы рекомендуем равномерно придавить ленту к поверхности, что можно выполнить руками или специальным стыковым валиком, который можно недорого приобрести в компании Heskens. На участках с интенсивным движением или в тех местах, где края ленты могут быстро отставать от поверхности, пользуйтесь нашим средством для закрепления кромки H3502. Это средство помогает предотвратить повреждение краев ленты. Тюбик с клеем похож на тюбик зубной пасты. Просто нанесите небольшое количество средства на кромку нескользящей ленты, оно должно попасть и на кромку, и на поверхность, к которой клеится лента. Клея нужно совсем чуть-чуть. После нанесения клей быстро схватывается и обеспечивает практически незаметную защиту кромки. Ходить по наклеенному материалу можно сразу же после нанесения. Он обеспечивает надежную защиту от скольжения. Подробнее о других продуктах Heskens смотрите на нашем веб-сайте www.heskensrussia.ru.